Ребята, я сейчас объявляю конкурс. Вот бутылка пепси-колы. Сейчас я ее допиваю. Вот. Я ее открыл, сейчас я ее допиваю. Приветствую всех посетителей канала и подписчиков. Прошу прощения, что вчера не выложил ролик. Возле территории Лавры спрятал бутылку пепси-колы бумажкой с четырьмя цифрами. И хочу провести конкурс. Теперь я эту записку кладу в бутылку пепси-колы пустую. И я сейчас выхожу за территорию Лавры и прячу ее. Сейчас я буду показывать место ориентировочное, где ее спрячу. Вот. И тому, кто ее найдет, тот получит $100. Сейчас я буду показывать место, где я ее буду прятать. Срок, который мы даем на то, чтобы найти ее, напишите в комментариях. Кто найдет эту бутылку и назовет 4 цифры, тот получит $100. Оговорюсь, что это только для жителей Украины, ну, конкретнее для тех, кто находится в Киеве. Конкурс квест, где это находится, и всем желаю удачи. Каемся вниз. Так, двигаемся дальше. Сейчас здесь нахожусь. Нахожусь вот здесь. Это уже выход с территории Лавры. И дальше будем прятать наш секретный ботл. Дальше идем в этом направлении. Сюда. Вот уже допитая бутылка. Вот наша бумажка. Я ее кладу в бутылку. Дальше, следующий ориентир — вот этот столб. Дальше спускаемся здесь вниз. Сразу вы увидите. Вот. И вот здесь вот оставляю бутылку. Ребята, теперь желаю удачи. Кто найдет ее и просто отправит смс-ку с номером цифры. Видео мы зафиксировали номер цифры, чтобы никто не думал, что это обман. Тот получит $100. Желаю всем удачи.